Длина переднего крыла 28-35 мм. Передние крылья оливково-бурого цвета с рисунком из светлых и темных продольных полосок и с желтовато-белой изогнутой полоской, проходящей по диагонали от вершины крыла к его внутреннему краю. Задние крылья розового цвета с черными перевязями и черными жилками. Бахромка крыльев белого цвета. Размах крыльев 70-80 мм. Бабочки этого вида летают в основном осенью. Ареал бабочки – Африка, Центральная и Южная Азия, Индия, Шри-Ланка. В качестве мигранта встречается в Южной и Средней Европе, Крыму и Австралии.